Воспитанники детского сада номер 7 устроили масленичный разгуляй. Песнями, танцами и веселыми конкурсами дошколята встречали весну. Малыши не понаслышке знают масленичные традиции. Задорно и радостно демонстрировали их. В эти дни нужно ходить по гостям с чучелом и петь песни. Провожать надо весну, надо брать чучело, его брать спичку и сжигать чучело, провожать зиму, а встречать весну. Проводы зимы продолжались на улице. Ребята носили в ведрах снежки, тянули канаты, даже устроили блинную эстафету. Зиму родом из детства. И всегда хочется вспомнить, когда рано утром просыпаешься, и бабушка уже настряпала блины. Очень хорошо, что сегодняшнем нашем мероприятии участвовали совет ветеранов. Они нам пели песни для детей, и все с поколением. Воспитываем детей любовь к родине, нашему городу, славному Тобольску, и прививаем любовь к народным традициям. Это уже не первый раз мы здесь приходим. Мы живем в соседнем доме, и они всегда устраивают мероприятия и всегда нас приглашают. Мы с таким удовольствием приходим на это мероприятие. Где же мы, особенно пенсионеры, еще встретим так масленицу весело, задорно? Мероприятие, которое прошло у нас в детском саду номер 7, вот как раз показало связь наших поколений. Прекрасная, замечательная выставка прикладного искусства, в которой участвовали дети и родительская общественность. Ну какая же масленица без ароматных блинов? Каждый участник праздника попробовал символ солнца и скорой весны. Анастасия Плюснина, Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.